Привет, друзья. В прошлой серии мы помогали восстановить Алисе навыки. Ну и вроде бы как она их восстановила. Давайте с ней побазарим. Ты так поддерживаешь? Спасибо тебе огромное. Прими, пожалуйста, этот щит в знак моей признательности. Его называют Камень Слез. Вы получили щит Камень Слез. Камень Слез на самом деле создавали в пару к моему щиту. Он сослужил мне хорошую службу в России. Но прямо перед отъездом я умудрилась его сломать. А теперь вот Лика его починила. Это надежный щит. Поэтому пусть мой сувенир будет у тебя, хорошо? Конечно, зайка, хорошо. Спасибо, я знаю, мой подарок в хороших руках. Давайте посмотрим, что это за щит. Снаряжение. Баклер R. Ох ты, нихрена себе. Жестко-жестко. А его улучшить? А, подождите. Синтез. Улучшить щит. Камень слез. Невозможно улучшить. Он класс 5. Ого. Я его еще долго не смогу улучшить. Так, инвентарь забрать. Заберем аптечки. Вот эти аптечки. У них 18 осталось. Суперцелебные пусть остаются. Силки возьмем. Лечебный столб. Так, все, теперь выдвигаемся на задание. Обычное задание. Сложность 3. Это уже сложность 3. Я перейду на сложность 4. Ваджра, обнаруженный исследовательским отрядом, скрылся в старом городе. Рекомендуем огненное оружие или оружие света. Остерегайтесь малых рогами. Ну, Ваджера мы уже. Минимум. Со мной в команде будет Кота, Алиса, Сакуя. Ну, хоть со мной сейчас будет в команде, а то не одна, это Алиса. Она, правда, тупит немного, но я еще простительно. Выдвигаемся на задание. На этом все. Есть вопросы насчет задания? У меня есть. Если можно, разрешите Алисе участвовать в этом задании. Она так старалась поскорее восстановиться. Все равно, когда-то же ей надо возвращаться к боям. Ну и... Спасибо, Кота. А ты что думаешь, Сакуя? Я согласна. Напоминаю, цель этого задания — тот самый тип рогами. Ты уверена, что готова к этому? Да, я справлюсь. Я хочу пойти. Очень хорошо. Можешь готовиться к сражению. Ура, не волнуйся, тебе всегда есть на кого положиться. Будет круто. Радара фиксирует мощную реакцию Оракула в центре зоны боевых действий. Вы готовы? Само собой готовы. Не дрейф, Алиса, мы с тобой. Мы тебя прикроем. Твой друг Кота всегда поддерживает тебя в трудную минуту. Ладно, спасибо. Давай, добиваем его. Вот тут уже и прибежал Ваджра. Мы не таких побеждали. Мы танков побеждали. Мы скорпионов вдвоем замочили. А Ваджра это уже... Не такой сильный противник, мне кажется. Мы должны... Алиса хоть драться начала нормально. Не зря там я с ней тренировался. Пыхтел там, парился. Куда ты? Утиша. Thank you.
Кровавый разряд получен. Вот это что здесь вообще делаешь? Получена командная пуля от чего-то там. Пробил. Вот это я тебе там с копья в морду. Его кокона, чтобы она не мешалась. Ух ты. Давайте бьем его. Мне пулю дали. У меня всплеск второй. Ты чё, а? Пять минут мы уже его мочим. Показывать какие-то приемчики немыслимые. Но моё копье тебя поработит. Ой, блин, шутка, прости, братан. Ты меня неправильно понял, я думал, я тебя погладить хотел. Хилься, пока он меня не трогает. Сейчас я подсрачника... А, блин, повернулся. На тебе под жопу, на. Мы вообще что-нибудь повреждать собираемся? Хильтесь, чуваки! Какой-то, блин, живучий-то вообще! Блин. Куда ты погоди? Постой, паровоз. Не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Thank you.
Давайте дамажим его. Блин, он меня стащил. Но если защиту он тут вкачал, я теперь немножко меньше дамага получаю. Это чувствуется, кстати. Ну вот и все. Вместе с миром. Yet another successful mission. We should start counting them. The chopper should be here any moment. I can't wait to get back home. Don't forget to search for materials. А, материалы где-то я здесь видел, вон он. Сияющий камень. Надеюсь, сейчас будет уже четвертое задание. Я смогу себе копье улучшить. Задание выполнено, друзья. Давайте Саку и дадим. Со мной давно не ходила на задание. Скорее на перехват! Черт, будем ходить вместе. Он загонит нас в угол. Рассредоточьтесь и постарайтесь его окружить. Папочка, мамочка. Не подходи! И вот мы снова в вестибюле. В логове все такие талантливые. Сакуя, она как заботливая старшая сестра. У Алисы дерзкий подход. Это тоже круто. А Цубаки так вообще нельзя забыть. Такое очарование. Канон. Я легко могу понять, откуда на божественном оружии царапины. Защищал ли пожиратель богов своих товарищей или вышел из себя и сбежал? А твое оружие, я не скажу, каких царапин на нем больше. Ну иди нахер. Канон взяла это задание. Сражаться с квадригой в одиночку очень опасно. Пожалуйста, помоги ей. Железная метель. Квадрига разрушает древний храм. Я боюсь идти на это задание в одиночку. Пожалуйста, помоги мне. Говорят, эти арагами уязвимы для дробящего и ледяного оружия. Не забудь про это, когда будешь готовиться. Я никого не могу взять с собой в команду. Канон медик. Тогда... Инвентарь забрать. Забираем вот эти хп. Вот эти хп. Нет, этим мы не возьмем пока. Тише. Ладно, хрен с ним, я их тратить не буду. Стол вот возьмем. Квадригу бить опять, блин.
Дано разрешение применять оружие. Приступайте. Я сегодня все сделаю правильно. Вот увидите. Потом скажете, как он такая умница, я отвечу, еще бы. Здесь только один танк этот вонючий. Вдвоем его бить. Как же меня эти задания достают? По 10 минут их мочить. Устали. Блин, я вот по какому-то длинному пути пошел. Блин, ты куда ушел? Думаешь, я бегать за тобой что ли буду? Приветики. Стрелять арками катался куда меньше. Спокойно, канон, дыши глубже и целься как следует. Да я же в воздухе был, как он меня вообще ударил? Да блин, иди нахер от меня. Ты что творишь-то? Идиотина. Артиллерист хренов. Патроны закончились. Канон там подохнет. Капец, он здоровый! Надо нам вот эту штуковину бить. Если она медит, ни хрена, у нее пулемет. Защита рогами расколот. Может, у меня похилит женщина? Отстань. Ой, блин, как это так? Я прям на патрон, что ли, налетел? Корова мочишь так, му, и потом бежишь. Нахрен ты ракеты схавал, ты... Давай, покажи, на что ты способен. Танк гребаный. Светостойкость какая-то у меня. Мы сейчас со Скорпионом просто раздрались. Или с кем-то мы дрались. Да, со Скорпионом вроде. Мы даже ему ничего не сломали тогда и убили. Так что им тут не обязательно ломать. А где ты? 5 минут into the operation.
Канон, не ссы. Я и не с такими справлялся в одиночку. А мы сейчас не в одиночку. Конечно, пуколка у тебя. Как ты ее только носишь? Как тебе только сил хватает. Так. Он там жрет, походу, хилится, да? Я ему 137 хп потратил. Сильный удар. Он в ярости опять. Сейчас ему вообще ничего не потратил. Тогда я, видимо, ему попал кое-куда. На тебе. Я прям под тобой стою. О, выхлоп разрушили. Ты чё, собака этакая? Может, тебя сейчас порвём на британский флаг? Давай, канон, мочи его. Мне выхилиться надо. Артиллерист хренов. Что-то написано то, что она медик, она ни хрена не хилит меня. Ой, ты, блин. Давай, давай. Еще немножко осталось, и мы его добьем. В принципе, этот танк не такой сильный. Вот Скорпион сильнее. Ему вот наверху штуковину сломаешь, и ему дамаг нормально проходит. Подожди. Ах ты. Сейчас я пулемет достану. На тебе. На тебе. На тебе огонь. Лед. Огонь, огонь на тебя работает. На тебе, падла. Куда я стреляю? Вон, она меня похилила. Спасибо, женщина. Опять в ярости. Ты ходишь в ярость чаще, чем я в туалет. Еще одна победа на вашем счету. Отлично сработано, канон. Как мы все, я так рада, что мы справились. Да ты вообще красава. Канон. Вот поэтому, вот поэтому, вот поэтому. Оп, 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 оп. Вот такой вот у меня. Шух. Кстати, что она дает? И это же я оказываю поддержку на поле боя и первую помощь, если нужно. Уровень награды плюс. Размер награды. Награды, задания выдаются чаще. Кто? Это я. Понимаю, уже поздно. Я не помешала?
Все в порядке, я просто никого не ждала. Не стой за дверью, заходи. Извини. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Прости, что заставила нервничать. Мне уже лучше. Знаешь, все-таки ты очень сильная. Если бы я все еще жива, только благодаря вашей поддержке. Вот бы ты была такой же милой в разговоре с Кота и другими. Но я искал информацию о том враче, который приехал с тобой из России, Огурума. Как раз когда я наткнулась на его досье, он внезапно перевелся из филиала. Я выяснила, что он отправился на север, затем появился отчет о том, что он погиб по пути во время нападения Арагами. Только не это. Не повезло ему, просто что-то тут не сходится. Странно все это. Сакуя, я хочу помочь. Разреши мне помочь тебе в твоих поисках. Я хочу сделать хоть что-то, искупить вину за то, что совершила. Пожалуйста. Алиса, не плачь. На тебе нет никакой вины. Ты не обязана в этом участвовать. Что-то происходит, я уверена. Но ты права. В конце концов, тебя это тоже касается. Понимаешь, Линда оставил мне подсказку, только я не знаю, как ее прочитать, и это сводит меня с ума. Я уверена, что помочь мне в этом сможет только его браслет. Поможешь мне найти его? Да. Да уж, только Линда мог заставить меня бегать, как белка в колесе, даже после смерти. Горе не море. Выпьешь до дна. Что? Страдание не бесконечно. Когда-нибудь оно закончится. Это старая русская поговорка. Не море? Пожалуй, так и есть, Алиса. Ты права. Так, ладно, после вот такого разговорчика, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте друзья, ссылка в описании. Пока, всем удачи, всем goodbye.